Всем привет, друзья, меня зовут Иван. Сегодня будет ролик топ-3 вещи, которые помогут лучше играть на барабанах. Перед тем, как начнется видео, обязательно ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях, какие хотите еще видео, жмите колокольчик и подписывайтесь на канал. Спасибо, если ты подписался. Погнали дальше. Первое из этих вещей – это, конечно же, метроном. Начнем с банального. Когда вы слушаете метроном, то вы привыкаете к тому, что вот эта штука ровно кликает, бибикает, или какой вы там звук поставите. Короче, она в любом случае будет это делать ровно, потому что там нет гуманайза. Это механическая такая электромашинка, которая нужна для того, чтобы вы воспитали в себе чувство ритма и играли как можно ровнее, несмотря на то, что у вас сердце бьется там вот так и сяк. Короче, и все люди неровные на самом деле, но если собрать в одной группе очень много неровных людей, надо все-таки, чтобы они выдавали в конце какой-то там такой более-менее приемлемый результат, который приятно слушать, который приятно, удобно танцевать, трясти башкой, слэмиться, там, разбивать лица там, другим хардкорщикам всяким, если это хардкор-концерт. И для этого всего вам пригодится метроном. Метрономы бывают разные, бывают метрономы механические, бывают метрономы другие, электро, там, можете на телефоне скачать, это будет тогда вообще цифровой, получается метроном самый удобный, и само собой с ним надо заниматься, и если вы будете с ним заниматься постоянно, то вы потом еще можете попробовать его на слабую долю поставить, можете заниматься так, что он биг-биг-биг-биг играет такт, потом раз там не играет такт, и потом вы должны попасть в третий такт, получается первый с метрономом, второй без метронома, третий же опять с метрономом, вы должны попасть ровно, если вы ровный барабанщик. Короче, метроном поможет вам стать балдежным ровным барабанщиком. Это гарантированно, 100% работает, все так играют, занимаются, это очень круто. Пользуйтесь, ставь лайк, если ты занимаешься с метрономом, ставь дизлайк, если ты занимаешься без метронома. Пиши в комментариях, как ты занимаешься метрономом, пиши в комментариях, почему не надо заниматься метрономом. Погнали дальше. Второй пункт, это наслушанность музыкальная. Это когда ты садишься, качаешь себе много-много песен и слушаешь их, не отвлекаешься ни на что больше, можешь слушать в темноте, лежа в наушниках и на каком-нибудь отдыхе, особенно если ты лежишь и там все, везде уже сходил, все скучно, ты лежишь, все, отдел такой, слушаешь. Не просто слушаешь, кайфуешь, а еще и попутно разбираешься, где какие голоса, где бас-гитара играет, где гитара играет, в каком канале, в правом, в левом, что там, где плавает, бывают эффекты там разные, где какой барабан сыграл, где хэтс паранобирован, справа, слева, там вот это все. Слушаешь, где куплет, где припев, где там что нарастает, где какую сбивку сыграли. Запоминаешь слова, учишь там их, подпеваешь, там подбумбумкиваешь там и, короче, слушаешь слова, подпеваешь, вспоминаешь, что за песня, вспоминаешь, что за группа, и находишь альбом, слушаешь весь альбом, начинаешь шарить за эту группу, еще другие группы слушаешь в этом стиле, начинаешь шарить за стиль, слушаешь другие группы в других стилях, начинаешь шарить за разные стили, потом приходишь играть, и в твоей игре, если ты будешь пробовать тырить фишки или копировать биты, учиться играть, тогда это все твой стиль игры трансформирует в нечто более изысканное, более осознанное и более удобоваримое. Слушай много разной музыки, тырь фишки, учись играть биты, слушай, где мало играет вперед, где назад, с оттяжечкой или торопится, чтобы песня больше танцевала. И тут типа вперед, короче, чтобы бодрячок был такой танцевальный. И будет тебе счастье. И третий, последний пункт на сегодня, наверное, это битбокс. Не обязательно становиться богом битбокса, даже если ты будешь что-то подбумбумкивать и подпевать себе какие-то барабанные паттерны, ритмы. И просто сидеть, короче, там так делать. Пум-пам-пум-пам-пум-пам-пум-пам-пум-пам, пум-стац-пу-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 тац-
мозги, свой слух, и будешь очень быстро шарить, где, в каких песнях что играется. Особенно, если это быстрые песни в разных стилях. Не обязательно экстремальный металл, есть много электронной музыки. Там есть всякие разнообразные фишечки, которые неподготовленный слух,
который не пробовал ни битбоксить, ни слушать много музыки, он просто вообще пропустит мимо ушей. Там, по большей части, все эти штучки нужны для того, чтобы зритель не засыпал, потому что, допустим, по аранжировке композиции довольно простая. Если там везде все будет одинаково повторяться, тогда будет скучно слушать, и слушатель выключит. А там вставляются разные паузы, ямы, сбивочки, штучки, чтобы что-то менялось. И это очень прикольно. Все слушается в электронной музыке, потому что там идет чередование с паузами. И также это очень прикольно во всякие, короче, ну, мат-метал, там всякий металкор, там, где идут брейкдаун, еще всякие паттерны с двумя двойными бочками, там, короче, можешь забитбоксить песню какую-нибудь Мишуги, допустим, песню Блит, и ты, конечно, офигеешь, но пока ты это будешь делать, тебе будет все это балдежно и прикольно. А также это очень сильно подойдет тем, у кого дома нет никакой установки, нету пэда, но он хочет как-то расти, развиваться, прокачиваться, и это обязательно сработает. Я гарантирую это просто на все 200-300%. Даже если ты не станешь барабанщиком, то ты, допустим, ты не барабанщик, даже ты бас-гитарист, тогда ты сможешь получше разбираться в барабанных партиях и начнешь, в принципе, все это чувствовать. Если ты можешь пробитбоксить какую-то партию, тогда ты уже потом, когда сядешь за установку, ты будешь не зарядкой какой-то заниматься физкультурной, а уже у тебя будут как бы в вокабуляре наборы фраз, сбивок, всяких таких штук полезных. Ты сможешь их продемонстрировать друзьям, даже если не сразу, то с 20-го раза, потому что ты, в принципе, знаешь, что на барабанах играется, в каком стиле музыки. Вот, это прям топ. Просто наивысший по значимости совет, потому что я читал учебник для перкуссионистов, и там написали, что где-то то ли в Нигерии, то ли в Конго где-то есть школа перкуссионная, и там первый год, по-моему, или первые полгода детей учат битбоксить, чтобы они все длительности знали, все могли паузу пропевать. А как говорится, если ты можешь что-то пропеть, то тебе это уже на 90% будет легче сыграть, потому что ты точно знаешь, что надо сыграть до единого удара, до каждой мельчайшей паузы. Потому что бывает так, что ты вот смотришь какие-то миди-ноты, там какие-то вот ромбики, там ударчики, там ты вроде думаешь, что ты правильно прочитал, но ты как бы мог неправильно прочитать и записал. А если ты умеешь битбоксить, и ты пробитбоксишь там сколько-то раз эту песню, это место, если тебе особенно понравилось это место, если ты его пробитбоксишь, то повышается шанс того, что тебе это место понравится, потому что ты будешь думать, какой же ты крутой, что иди, типа, ты думаешь, ты можешь и пробитбоксить, и сыграть. И на дуде играть, и там, и вообще хороший чувак. Лев Толстой, там, они просто там какой-то парень простой. И все, балдеж, кайф. Учись битбоксить, играй под метроном, слушай много музыки, повышай свою наслушанность, чтобы не быть таким чуваком, который как приходит и всем говорит, я хочу научиться играть на барабанах с нуля. Вот. Но чаще всего хорошие барабанщики, которые быстро учатся, это не просто музыканты с нуля, это чуваки, которые уже как минимум очень много чего послушали. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, пиши в комментариях, как ты учился играть на барабанах, умеешь ли ты битбоксить, и какую музыку ты предпочитаешь слушать, и за какие стили шаришь. Делись всем этим в текстовом формате вот здесь под роликом. А я с тобой попрощаюсь, пожелаю тебе всего хорошего и скажу пока-пока. Goodbye. Лайк, подписка, колокольчик, запись на занятия. Ты же хочешь записаться, спрашиваешь каждый раз. Давай уже. Личка ВК, директ или по телефону. Жду сигнала.